стыду. Девчонки, смотрите. Как вы зовут? Лучия. Лучия, посмотрите, какая красивая Лучия, итальянка, в Диоре работает. Какие белые фиори, анки. Белиссима. Ее мне пичута танто, когда стата а Куртина, лаврава у на рагаццо. Белиссимо, брависсимо. Джовани. Си-си, ду-сеттимана ди Наталя. Эти джинсы. Си-си, си. Молто джентиле, молто элеганте ди стиле. Си-си, ун джорно венга прендере коли ди снайкерсти. Леджерисими, кон косте коза дизейно. 790, sì, sì, esatto. Sì, sì, estivi, estivi. No, 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 erano i più alti, come quelli sopra. Questi neri, sì. Ah, questi ho provato con Francesco, 790. Sì. Sì, 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 bellissimi. Quando primavera vengo a prendere. Вот смотрите, девчонки, какой красивый Dior Венеции, огромный. C'era qua Sisley qualcosa, sì? Esatto. Cinque anni fa. Ormai è più di un anno e mezzo che siamo noi qui. Io vivevo qua fino al 2014, 2015. Sì, adesso ci siamo noi. Quando c'era Sisley, mai entrato. No, to же самое, вот эти... Джон Галиано. Стиле ди Джон Галиано questi, vero? Lui inventato. Interessante dove lui è finito, John Galliano. Per razzismo, sì? È licenziato da Dior. Perché ha detto qualcosa là in bar di Parigi, ubriaco. Qualcosa ha detto male. Di... Però quando era John Galliano era bellissimo Dior. Io sempre compravo. Ancora c'è borsa quelle colore, però così. Di sua, sì, tanta roba di sua. Sì, sì. Grazie mille, bellissimo negozio. Grazie. Ciao, ciao. Torna Arrivederci. A casa. Arrivederci. Ciao. Ну что ж, девчонки, не буду я в этот Hermès заходить. Все равно они не дают Birkin и Kelly. Никогда не продают. Очень редко продают, поэтому... Поэтому я поеду домой. Уже там ждет меня мой хирург, чтобы отвезти меня домой. Поехала я домой. До свидания, Венеция. До свидания, Венеция. До свидания, Венеция. Самые красивые переулки Венеции, абсолютно пустые. Девчонки, посмотрите, Dior. Даже звезда советская есть. Чанки Стелла Советика. Dior сделал омаджо пер советичи. Я сюда советика. Си, си. Вивева ла анкор, когда я юнионе советико. О, мама мия. Però triste Venezia, tutto chiuso, non c'è niente, niente, tutto chiuso. Speriamo che c'è almeno vaporetto per andare a stazione. Так, ok, ciao, ciao. Voi siete veneziani? Ciao. Девчонки, Армана Шервина повесили новую витрину. Новую витрину, примавера эстате, весна, лето. Посмотрите, у нее даже платочек, как у комиссарки, как у комиссара Октябрьской революции.
1917 года. Эрмана Шервина, помните, я показывала вам ботинки в Куртино, но, к сожалению, у них здесь нету. Она сказала, что будет мне звонить, взяла мой номер телефона. И взяла мой номер телефона, и у них уже 40% распродажи. Но, девчонки, до конца января будет 50%, и я дождусь, когда будет 50%, потому что это лишнее. 1150 стоит, получается 115 евро нельзя переплачивать, когда можно за 50% купить. Все, еду я обратно на Пьяцале Рома. Мама мия, Венеция в тумане. Венеция в тумане. Я так согрелась хорошо, выпила шампанского в Диоре, шампанского в Луи Виттон. Они так угощают все время. Вот, сейчас посмотрим, есть ли. Надеюсь, что есть. Представляете, если мне придется идти пешком 40 минут. Так, посмотрим. 18:29 будет. Который час? Ой, через 5 минут. Да? 18:25. Через 5 минут будет, слава богу. Ой, у меня уже батарея кончается. Давайте, девчонки, всего хорошего, всего доброго. Пока-пока.